Сегодня у нас начало сельхозработ. Есть ли у нас какие-то непонимания этого вопроса у сельхозпроизводителей с учетом режима повышенной готовности? Вы знаете, что мы товары первой необходимости, предприятие, которое занимается сельским хозяйством, определили как приоритетное. Сегодня мы должны знать, что это стратегическое направление. Для нас продовольственная безопасность – это стратегическое направление работы правительства в целом. Здесь вот на министерство возлагается серьезная задача, чтобы именно в этом период не снизить тех показателей, которые были в прошлом году, и тех показателей, которые мы наметили в этом году. Да, но в этом году у нас весна более ранняя, поэтому, кстати, вчера у нас первое хозяйство в Усольском районе вышло в посевную, уже первые 200 гектаров ячменя посеяли. Мы ежедневно проводим областной штаб по подготовке весенним полевым работам. Собственно, ситуация какая у нас, есть положительная динамика. Мы уже больше приобрели удобрений к началу посевной кампании, нежели в прошлом году, на 10%. У нас сейчас идет активная подготовка семян. Мы традиционно по семенам зерновых и зернобобовых обеспечиваем себя на 100% в нашем регионе. Мало того, еще поставляем в соседние регионы. Сейчас идет подготовка семян, подработка, протравливание. Кондиционный семян составляет 72%. К началу посевной она будет уже за 90%. Вот. Соответственно, так скажем, к массовой уже, когда большая часть аграриев выйдет к началу посевной. Готовность техники у нас 94%. Поэтому таких больших проблем я сегодня не вижу по подготовке. Единственное, отмечу, что у нас, если дизельное топливо, стоимость, оно остается на уровне прошлого года, то автобензин у нас вырос на 14% к уровню прошлого года. Плюс еще подросли с 1 апреля цены на минеральные удобрения на 6,5%. Поэтому это все, конечно, сказывается в затратной части. Но по вашему поручению мы сегодня предусмотрели внесение изменений в нашу программу и добавляем денег. Уже областные наши деньги, которые мы выплачиваем в августе месяце, на полевые работы, связанные с удорожанием ГСМ. Мы добавляем еще 22 миллиона, и у нас составит 271 миллион в этом году вот на эту поддержку. То есть как аграрии к этому отнеслись? Ну, очень положительно. Но теперь от них все зависит, от их трудоспособности. И от погоды. И от погоды, конечно, да. Но лучше всего, конечно, чтобы и то, и другое сошлось, и у нас в этом году мы сделали так, чтобы рекордный урожай Игорь собрать. Иванович, у нас нынче серьезные амбициозные задачи, вот я их называл, под 1 000 000 тонн зерна. Мы должны уже наконец-то эту планку перейти. Предыдущие два года это был рекорд за последние 25 лет в Иркутской области, мы собирали 870 тысяч тонн зерна. Поэтому я думаю, у нас есть все основания, за счет того, что мы прошлые годы вводили в оборот, и по этому показателю мы занимаем 5-е место среди всех регионов России. Мы по воду в оборот залежных земель. И мы ввели 90 тысяч гектар. И с учетом того, что вот прошлый год еще ввели 22 тысячи гектар, в этом году увеличивается посевная на 20 тысяч гектар или на 3% к уровню прошлого года. То есть посевную увеличиваем, площадь посевной, удобрения больше, семена готовим качественнее. Поэтому я думаю...